хабаровском цирке с гастролями заслуженный артист России Гея Радзе со своим новым грандиозным шоу. Представление... Постановка Гея Радзе – это всегда синтез эстрады, цирка и мюзикла. Ну и, конечно, наш Иван Засухин не смог просто пройти мимо после представления. Решил попробовать стать цирковым артистом. В общем, был я на прошедших выходных в Королевском цирке Гея Радзе. Я скажу честно, я максимально вдохновился тем, чтобы хоть раз в жизни, но попробовать некоторые приемы цирка на себе. Я уже нахожусь в специальной обуви акробатов, которые в цирке выступают. Николай. Николай, здравствуйте. Вы, я помню, приходили к нам на программу. Вы рассказывали, конечно, все это красивой студии, но вот сейчас, находясь непосредственно здесь, под куполом цирка, я очень сильно боюсь. Скажите, пожалуйста, как долго вы учились вот всему этому мастерству невероятному акробатическому? С детства. Именно гимнастикой занимался с детством, а в воздушных аппаратах начал подниматься только в цирке непосредственно. Сколько? Год, два, три? Три. То есть то, что я сейчас за 5 минут пытался обучиться, это мне не поможет? Я думаю, поможет. Спасибо за надежду. Так, я подхожу прямо сейчас к звезде. Николай, подскажите еще раз. Я должен схватиться здесь за петлю. Это моя страховка, правильно? То, что меня может уберечь. И меня сейчас будут плавно поднимать, да, надеюсь? Раз, два, три. Уважаемые дамы и господа, на арене цирка встречайте самый неуклюжий. Господи, как тут красиво. Прекрасно, Николай. А что делать дальше? О. Елена сядет. Елена будет звездой теперь вместо меня. Я буду закручивать Елену и подниматься с ней в воздух. Чего непонятного-то? Тогда, Николай, я окрещаю вас прямо сейчас в ведущие программы «Утро с губернией». Вы ведете прямой эфир прямо сейчас. Пожалуйста, я становлюсь артистом. Поехали. Кошечки мои! Так, вот так вот. Елена вращается. Поднимаю свои ножки наверх. Я думаю, что прессу мне все-таки есть. Николай, эфир, Николай! Ну как ощущения? Прекрасно! Это еще не все, да? Да. В крючках-то. Сначала вы покажете пример, хорошо, пожалуйста. Господи, я думал, это все, я уже голова кружится. Ага. Я прошу прощения, это буду сейчас я делать? Вам просто бежать. Ага. Так, получается, в роли Елены Елена, в роли Николая я, да? Да. О, божечки. О, боже, как страшно. Боже, как страшно. Ой-ой-ой. Ну, уверены, да? Да. О, боже мой. О, боже мой. Вау! Боже мой, мама! Я артист! Мама! Да, она скользит? Нет. Здравствуйте. Ну, все хорошо, все здорово. Это Королевский цирк Гея Радзе. Фит Губерния. Вы знаете, я просто очень сильно хочу вас обнять. Сначала Елену. Спасибо вам большое за доверие. Я не знаю, видя меня, вот как я пытался ноги задрать, она все равно подошла и сделала это вместе со мной. Спасибо вам огромное. Королевский цирк Гея Радзе, вот то, что мы сейчас сделали, в 650 тысяч раз круче ожидает вас, если вы придете. Спасибо огромное. Я посижу, можно, пожалуйста? О, спасибо. Сняли, да, надеюсь?